Я сейчас нахожусь в одном из самых красивых, как мне кажется, парков Варшавы, потому что я хочу поставить галочку в своем списке желаний на осень. Этот пункт звучит так: выпить горячего шоколада в парке, на прогулке в парке. Как-то так оно составлено, в общем. Я не помню точно, но помню, что есть такой пункт. Поэтому я приехала его сюда выполнять. Я пока без горячего шоколада, но я думаю, все впереди. Я вам покажу сейчас, какая здесь красота. Я приехала специально в этот парк, потому что, мне кажется, здесь можно сполна почувствовать эту осеннюю атмосферу. Посмотрите. И это только начало. Поехали. Пойдемте, я вам покажу, какая здесь красота еще дальше. Я пока без шоколада горячего, но зато я орешками. Всегда, когда еду в парк, беру с собой какие-нибудь орехи, потому что здесь есть белочки, и они подходят к тебе, если у тебя есть какие-то вкусности. Я для них специально покупаю всегда. Вот, так что надеюсь их встретить. Эй. В прошлом году я пропустила осень в Варшаве, потому что была в Украине, и в этом году я решила наверстать все упущенное, обходить все парки, накормить всех белок, насмотреться на эту красоту. Вот. Так что, мне кажется, можно поставить галочку, как выполненный пункт, и если идете в парк, берите орешки, потому что белки сейчас очень инициативны, потому что готовятся к зиме, и они сами к вам подходят и берут у вас прямо из рук орешки, поэтому не забывайте о белках, идите в парки и наслаждайтесь красотой. Когда снимала, прилетела вот ворона. Мне кажется, это моя зрительница. Передохнули, насладились, насмотрелись, белок накормили. И теперь к реальной жизни. Побежали забирать посылки в магазин. И потом я вам все покажу. Так что погнали. Вот мой почкомат. Будем сейчас забирать посылку. Так, держи, просто держи. Конечно. Давай, я уже так хочу смотреть поскорее. Вообще, это снаф. Снаф Пелевин. Да. Это какая? Тоже Пелевин Чапаева пустота и тоже какая? Пелевин жизнь насекомых. Ой, обложки, конечно, красивые, очень. Спасибо, это я буду лопать позже. Нет. Итак, ну что, внезапное включение среди недели. Я решила взять вас, взять камеру, взять себя и поехать на тыквенную крышу а-ля тыквенная ферма в торговом центре. В одном из торговых центров в Варшаве сделали такой тыквенный сад. В общем, тыквы на крыше, как вы уже поняли. И я хочу посмотреть. Я хотела на самом деле поехать в выходные, чтобы взять Игоря, и он мне сделал какие-то классные фотки, и вообще вдвоем погулять. Но я боюсь, что будет все закрыто, потому что вот сейчас проходит собрание
всех министров, там все дела по поводу новых ограничений в связи с коронавирусом. И я не знаю, как будет дальше. Возможно, все будет закрыто, как предполагают многие, все будет закрыто, и мы не сможем туда абсолютно никак попасть. Поэтому лучше так, лучше я вам так покажу, и лучше поеду просто с вами, чем буду ждать какого-то чуда непонятного, потому что так обычно оставляешься на последний момент, и потом все не так, как ты хочешь. Поэтому я беру вас, и мы едем. Мы приехали. Мы. Это я и вы. Мы приехали, и мы уже на месте. Я дошла в самый конец вот этой крыши, чтобы было меньше народу, потому что их действительно здесь очень много, особенно детей, они все кричат и мешают съемкам. Сзади меня находится лабиринт. Я вам его покажу ближе. И вон там можно увидеть тыкву. В принципе, несмотря на то, что здесь какое-то маленькое такое пространство, здесь достаточно фотозон. Если вы хотите какую-то красивую фотку, то в принципе, постоянно у меня это слово, можно будет сделать. И я думаю, они даже получатся очень неплохие. Кстати, еще знаете, что этот торговый центр находится достаточно далеко от моего дома. И вот ради торгового центра я бы сюда не ехала, потому что это обычный торговый центр с такими же магазинами, как и везде. Но вот ради этой крыши с тыквами, это, мне кажется, того стоит даже ехать полчаса. Что еще? Пойдемте покажу вам территорию. Тот самый лабиринт, он сейчас без детей и без взрослых даже, потому что сюда заходят дети с мамочками, вот, и они здесь ходят. Я думаю, он слишком простой, чтобы для обычного человека без ребенка туда зайти. Здесь также такие стоги сена, которые, вот, кстати, моя тень, которые сделаны больше для детей, потому что здесь вот эти вот морды животных. Но если вы вдруг хотели фотку со стогом сена, можно обойти, и будет вам обычный сток, с которым можно сделать какую-то интересную фотографию. Здесь вот еще одно очень классное место. Это такой зеркальный лабиринт, но почему-то, когда сюда кто-то заходит, какая-то женщина, которая продает здесь тыквы, она ходит и гоняет всех, поэтому я не знаю смысла этого лабиринта, но он красиво отбрасывает тень на сено. Вот. Еще, кстати, есть вот такие беседки, в которых можно выпить чай или кофе, или просто посидеть, насладиться видом на тыкву. Есть еще такие классные, не знаю, как это назвать, ступенчатое сооружение с тыквами. И здесь можно очень сделать симпатичную фотографию, но почему-то здесь этого никто не делает. Я не понимаю, почему. Я считаю, что мой долг выполнен. Я вам показала каждый сантиметр банановый. Я вам показала каждый сантиметр тыквенной крыши. И теперь предлагаю вам поехать со мной и приготовить банановый хлеб, чтобы уже совсем было по-осеннему. Я за своей барной стойкой, как будто бы из какого-то кулинарного шоу. И это значит, что мы будем готовить банановый хлеб или банановый кекс, называйте, как вам больше нравится. Все, что нам понадобится, уже находится на столе. За окном, кстати, идет дождь, поэтому мне кажется, это так будет атмосферно. Везде горят свечи, заваривается чай, поэтому давайте начнем готовить. Знаете что? Я только что начала вам все показывать и подготовила все для приготовления уже этого бананового кекса. И поняла вдруг, что чего-то не хватает. Долго не могла понять чего, потому что по рецепту точно все есть. Но вдруг до меня дошло, что мне не хватает вот такой вот формы, которой у меня в принципе не было. Поэтому я только что собралась, побежала под дождем в магазин, чтобы купить эту форму. Вот это просто я и моя суперспособность подготовить все, кроме практически самого главного. Хорошо, что хоть бананы были, потому что тогда бы вот точно все получилось. Иди теперь занимай свое законное место
ожидания, а мы будем готовить. Ингредиенты вы видите на экране, но если что, заглядывайте в описание под видео, там будет рецепт. Сперва ставим разогреваться духовку до 180 градусов. Подготовим тесто. В муку я добавляю соду, щепотку соли, корицу и все это хорошенько размешиваю. В отдельной емкости смешиваю сахар и мягкое сливочное масло. Бананы нужно очистить и размять вилкой до однородной массы. К сахару и маслу добавляем яйца и наше пюре. Все перемешиваем до однородности. Я здесь решила задействовать блендер, чтобы все было проще. И всыпаем сухие ингредиенты. Снова размешиваем до однородной массы. Тесто выливаем в форму, выстеленную пергаментной бумагой и смазанную растительным маслом. Сверху я посыпала орешками, но этот шаг можно пропустить. Теперь все это ставим в духовку минут на 40. Проверяйте готовность шпажкой, потому что время выпекания зависит от вашей духовки. Пока наш пирожок в духовке, я решила заварить себе чай. И знаете, что я хочу вам показать? Та-дам! Вы могли его заметить, на заднем фоне он стоял. Это такой красотун, он мне очень сильно понравился сразу же, как я его только увидела, но не купила почему-то его сразу в первый день, поэтому мне за ним даже пришлось ехать в центр, потому что только в центре был выходной день, открыт магазин. Этот красотун теперь живет с нами. И сейчас еще покажу одного. И вот второй. Этот, конечно, просто прекрасно выглядит, лучше, чем мы все. Он у нас живет в спальне, потому что ему нужно больше света. Вот какой он красивый. На горшки можете не обращать внимания. Это те, которые мы купили, с которыми они были. С которыми мы купили. Мы потом планируем, конечно, пересадить более красивые горшки. Но он просто шикарен. Ты шикарен. Я напишу название, может быть, прямо вот здесь вот на экране. Чтобы понятно было, потому что я, если честно, не знаю, как они называются. Он немного в пыли, но так-то красотун. Раз уж мы заговорили о покупках, вода, я сделала себе еще чай, у меня вся жидкость используется. Хочу вам показать свечу, которую я купила, это одна из немногих, которая мне понравилась, потому что обычно я не покупаю свечи такие ароматизированные, потому что у меня от них очень болит голова и начинает тошнить. Это вот эта фирма, как-то там она называется, я не очень помню. Тоже напишу вам здесь ее полное название, чтобы не исковеркать. И это запах мандарин и манго. И она очень приятна, свежестью такой пахнет, ненавязчивый запах, и от нее не болит голова. И вот еще есть вторая свеча. Вот еще вторая свеча, которую мы купили одновременно. Это ваниль, и это от Home & You, есть такой магазин. Вот, это именно их свеча, здесь так написано. Эту я покупала в TK Maxx. И вот изначально мне показалось, что она не очень навязчиво пахнет. Но теперь вот мы ее поджигаем на недолгом, потому что от нее начинает тоже болеть голова. Поэтому если вы не любите такие навязчивые запахи, то лучше не покупайте. Но знайте, что в Home & You тоже продаются такие стойкие ароматизированные свечи, которые запах распространяют на всю квартиру. Вот, так что у меня такая красота. И ждем пирог. Раз уж я вам начала вам показывать уже все покупки, которые я сделала, покажу вам одну из главных покупок, которая мне греет душу и радует меня. И я уже жду не дождусь, когда ее можно будет открыть. Раз, два и три. Та-дам! Это адвент-календарь. Я даже не буду тянуть интриг. Вот он, какой красивый, господи! Это адвент-календарь от The Body Shop. И он вот здесь вот еще открывается, я не буду вам показывать, там очень красиво. И он уже пахнет через картон вот этими ароматами The Body Shop, когда проходишь мимо магазина и хочется все на себя намазать. Поэтому я уже жду декабря, уже жду влогмас, и надеюсь, вы будете ждать вместе со мной, потому что он здесь стоял и постоянно каждый день соблазняет меня открывать окошечки по одному, но еще рано. Поэтому я верно жду декабря. И вы ждите вместе со мной. Я достала уже из духовки. Кстати, потребовалось меньше 40 минут. Посмотрите, как он аппетитно выглядит. Жаль, что нельзя передать аромат, потому что это просто божественно. Вот, я сейчас оставляю его стоять, чтобы он остывал. Хотя, если честно, хочется его съесть прямо вот половинку точно. Это, кстати, будет мой первый банановый хлеб. Я раньше никогда не ела, даже в заведениях не покупала. И давайте попробуем.
Очень вкусный. Я вот наедаю щеки и думаю, что в прошлом году все готовили банановый хлеб. И на Ютубе, и в Инстаграме было миллион рецептов. И я тогда не решилась приготовить. И вот сейчас все готовят шарлотку, я заметила. И я поняла, что я приготовлю банановый хлеб, потому что я тот человек, который не любит шарлотки, вот эти вот все пироги яблочные, потому что я не люблю запеченные яблоки именно в тесте. Поэтому настал черед хлеба бананового. И это, я даже не знаю, как оставить Игорю хотя бы кусочек, потому что это нереально. Все. Мне кажется, кстати, я сейчас с вами не здоровалась в этом видео, поэтому всем привет, спасибо, что открыли его и уже смотрите. Рада видеть вас на своем канале. Как вы могли заметить, я немного изменила свой облик, свой образ. Вот, да, теперь я хожу с каре, и мне кажется, это мое лучшее решение за все это время. Я уже так хожу 2 месяца, с 1 сентября, и это самое глобальное изменение, которое произошло во время моего отсутствия здесь. Я ничего не снимала опять, хотя обещала вам кучу видео. Постоянно, как я только говорю, что увидимся совсем скоро. Мы с вами не видимся совсем скоро, поэтому я больше так не буду говорить. Да, главным изменением стала моя прическа. И мне кажется, это лучшее, что могло произойти. Я уже это говорила и говорю еще раз. Вот, хотя мне несколько человек в Инстаграме написало, что я пожалею о своем выборе, о своем решении. Написали девочки, что они уже очень долго ходят с каре, и им уже надоело, они отращивают. Вот, я пока не отращиваю, мне все нравится. Единственное, что вот уже немного отросли волосы, достаточно отросли. Я их немного подкрутила, и они так подпрыгнули, поэтому выглядят короче, но на самом деле они уже так ложатся на плечи. И за все это время я еще не пользовалась фиолетовым шампунем ни разу. Этот цвет держится вот с того времени, как только мы его изменили. Знаете что? Я вчера купила наконец-то фиолетовый шампунь, потому что я уже вижу, что цвет не такой холодный, как был до этого. Естественно, до того, как они отросли изначально, вот как только я сделала, я здесь покажу фотографию из салона, это просто нереально выглядело, мне очень сильно нравилось, нравится даже сейчас, потому что, в общем, мне кажется, это моя идеальная прическа. Сейчас вам покажу, какой фиолетовый шампунь я купила, и будем двигаться дальше. Так, вот этот фиолетовый шампунь, вчера его только купила, это Redken, мне его посоветовала мастер по волосам, если кто-то пользовался, обязательно напишите, потому что я вот буду только начинать и обязательно расскажу вам, как мне. Но я думаю, что все будет классно. Еще знаете что? Хочу отправить маме посылку, потому что не могу уже очень долго этого сделать. Вот я уже с вот этим пакетом, мы даже переехали с ним. Здесь моей маме очень нравится такой ароматизатор. Вот такой ароматизатор ванильный для выпечки. Попросила меня купить с запасом. Это скраб для тела, чтобы пакет разваливается. Скраб для тела, тыква с имбирем. Вот я это покупала еще прошлой зимой. Но вот как раз осенний период, тыква и имбирь, мне кажется, прекрасно будет. Еще купила кленовый сироп и орешки. Разные орешки. Это просто приятности, потому что вот как-то вот это передавать не поворачивается рука. Хочется какие-то приятности передать. И сахар коричневый, потому что мама его любит, но она обо всем об этом не знает. Знает только о ванили. И, по-моему, об этом скрабе. Так что буду сейчас паковать это все в коробку. Хотя мне кажется, что она маленькая. Сама надеянно взяла ее. И надеюсь, что туда все влезет. Так, вот этот человек, который не хочет сниматься, сходил в аптеку. Посмотрите! Смотрите! Это самый идеальный фисташковый круассан и какой-то пончик. С какой начинкой? Не скажу. Сюрприз. Не скажет. Но это очень идеально, так что мы пошли пить чай. Ну, кофе вообще-то. Ну что, спасибо, что провели это время со мной. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что вы остаетесь и подписываетесь. Это бесконечно приятно. Я люблю и ценю каждого из вас. Надеюсь, вам тоже было интересно. Я пошла это все монтировать, потому что там очень много материала. Я еще не знаю, что из этого получится, но спасибо вам большое, люблю и ценю. Увидимся в следующем видео.